Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Кировские власти оспорят снижение налогов в Удмуртии. Они собираются пожаловаться на заметное снижение ставок на 3 года для предпринимателей, приходящих в Удмуртию из других регионов. Обращение планируется подать в ФАС и в прокуратуру. По словам вице-спикера УЗС Романа Титова, такие же шаги намерены предпринять и другие регионы Приволжского округа. Идти по примеру Удмуртии и тоже снижать ставки кировские власти не видят смысла. А при этом в налоговой службе говорят, что массового оттока бизнеса в Удмуртию пока нет. Перерегистрировались единицы предприятий, препятствует массовому уходу на льготные условия, необходимость соответствия места регистрации и места ведения деятельности. По информации издания «Бизнес-новости» в Кирове недовольны низкими ставками и предприниматели Удмуртии, те, которые не могут воспользоваться льготами. Программа «Экономика». Бизнес стал лучше платить доначисленные налоги. За год сумма, уплаченная добровольно после уточнения налоговых обязательств, увеличилась с 36 до 60%. Также сократилось число так называемых сомнительных операций. За 2 года с 3% до 0,23. В суммовом выражении из расчета за квартал с нескольких миллиардов рублей в 2017 году до 40 миллионов в 2019. Как считают в налоговой, это эффект аналитической составляющей, когда специалисты выявляют различные схемы, используя для этого программный комплекс. Определяются основные типы схем с бумажным НДС, дроблением счетов фактур, выявляют наиболее крупные площадки по продаже фиктивных счетов фактур. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Более трети жалоб кировчан в Роспотребнадзор на нарушение прав потребителей касаются покупки смартфонов, одежды, технически сложных изделий. Их за прошлый год поступило больше 1000. Директор Кировского регионального экспертно-оценочного центра Юрий Чопоров, чтобы разрешить проблемы с продавцами с наименьшими затратами нервов и времени, рекомендует подготовить письменную претензию. Если вы придете с телефоном, они у вас его заберут, куда-то отправят, потом скажут, что все нормально у вас. Не надо сразу все им отдавать, лучше напишите претензию. И на консультацию обратитесь к нам, например, в Кировский региональный экспертно-оценочный центр. Мы осмотрим, если там действительно есть недостаток, тогда есть смысл вам бежать в магазин, в суд или еще куда-нибудь. Консультация недорогая, ваши расходы по консультации, по экспертизе, они вам вернутся потом либо через суд, либо добровольно с магазина. Мы объясняем, человек уходит с пониманием того, есть смысл дальше идти в судебное разбирательство или нет. Кировский региональный экспертно-оценочный центр предлагает большой перечень услуг по независимой экспертизе товаров, начиная от одежды и обуви, заканчивая телевизорами и автомобилями. Компания имеет большой опыт работы и штат специалистов, а также работает с опытными юристами, которые могут помочь в суде. Кировский региональный экспертно-оценочный центр, Орловская, 52. Телефоны 64-50-04, 444-861, сайт kriots.ru. Экономика. Завершение валютах. Доллар сегодня 67,52, курс евро 75 рублей 84 копейки. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.